الركن الأول من أركان الإسلام. Первый столб из столбов ислама это شهادة أن لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. Свидетельство لا إله إلا الله оно означает никто не имеет права на поклонение ему кроме Аллаха. يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة. То есть все или все, к чему поклоняются помимо Аллаха, поклонение ему, оно является несостоятельным, недействительным, неправильным. لا إله إلا الله بناء هذا البناء يقوم على عمودين. Вот это свидетельствование لا إله إلا الله, оно опирается на два столпа. نعم. الركن الأول, عمود الأول, الكفر بما عبد من دون الله. لا إله نافيا جميع ما عبد من دون. أنفي كل ما عبد من دون الله. أكفر بكل ما عبد من دون الله. Первый столб – это отречение от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом. «Ля Иляха» означает, что я отрицаю, отвергаю все, чему поклоняются или кому поклоняются наряду со Всевышним Аллахом. «Илля Аллах» – «Усбит аль-Ибада лилля ахду ла шарика ла». Слова «Илля Аллах» – это второй столб. Они означают, что я подтверждаю необходимость поклоняться только одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Нам. «Рукна ас-сани мин аркан аль-Ислам» إقامة الصلاة. إقامة الصلاة لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. Второй вид, второй рукн ислама это намаз, الصلاة. إقامة الصلاة, то есть совершение намаза, выстаивание намаза. Что означает это выстаивание намаза? То есть совершает намаз в наилучшем виде, так как приказал нам пророк алейхиссалату вассалям. يعني لا يمكن أن يصلي على ما يحب, لابد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. То есть мы не можем совершать намаз как мы хотим, мы должны совершать так, как его совершал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم. الصلاة تنقسم إلى قسمين. Намаз он делится на два вида. فريضة ونافلة. Обязательный намаз فريضة и дополнительный намаз. الفريضة الصلوات المفروضة الخمس في كل يوم وليلة. К обязательным намазам относятся вот эти пять намазов, которые мы совершаем каждые сутки. وصلاة الجمعة في كل أسبوع. А также пятничный намаз, который мы совершаем каждую неделю. لابد أن تصلى هذه الصلوات المفروضة الخمس والجمعة في المساجد من الرجال. Вот эти вот пять намазов, а также намаз Джума, пятничный намаз. Мужчина обязан совершать в мечетях. نعم. الزكاه ما هي? Что такое зака? الزكاه لابد ان تؤخذ الزكاه من مال معين, من اموال معينه. Закат он выплачивается с определенных видов имущества. في وقت معين. В определенное время. بمقدار معين. В определенном количестве. الى الاصناف الثمانيه. И выплачивается он восьми категориям людей. الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. Четвертый столб из столбов ислама это пост в месяц Рамадан. الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع للسبيل. Пятый столб ислама это совершение хаджа, паломничество к запретному дому Всевышнего Аллаха. Это для тех людей, которые имеют для этого возможность. الحج يجب في العمر مرة واحدة. Человек обязан совершить в своей жизни хадж только один раз. Это является его обязанностью один раз. Если человек имеет возможность совершить хадж, он должен спешить с его совершением и не откладывать. Нам. Аркан ислам. Кулна ан ислам хаза бина якум аля хази аркан аль-хамса. Мы сказали уже, что ислам это как свод здания, которое опирается на вот эти пять столпов. Если одна из этих опор будет отсутствовать, то это здание обрушится.